Всем привет. Так, произошла такая ситуация на обкатке. Короче, застрял. Почему-то думал, лед толстый, но провалился жопой и все. Выехать не может, все обледенелое. Короче, застрял. Гора крутая. В общем, это вот так вот. Сейчас брательник приедет, вытащит меня. Так, ну что, брательник приехал. Веревочку завязали. Сейчас будем вытаскивать. Все, операция прошла успешно по спасению болотохода. Короче, вот там сидел. Лед-то вроде толстый такой. А что-то проломил я его. Не знаю. В общем, так вот. Обкатка продолжается.